Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к творчеству, к моего канала. Скажу следующее. Вот опять наступило время, опять премьер. Я вас опять порадую всеми песнями, которыми я с вами поделюсь. Это раз. Во-вторых, извините меня за то, что столько некоторое время не был в сети, в интернете, так как у меня произошел очень необычное событие произошло. Я купил новый системный блок. Вот. Я вам это все покажу и расскажу про него. Вот. Что хочу сказать. Система очень хорошая. Мне понравилась. Мне понравился сам дизайн этого системного блока. Правда, Windows 10. К нему надо привыкать. Вот. Все параметры, которые в нем существуют, очень отличные. Я думаю, сейчас буду работать безо всяких таких соскоков. У меня раньше были причины в этом. Не мог никак по-хорошему сделать клип. Все как-то неудачно происходило. То у меня сбивалась программа, то у меня все сносило как-то. Теперь, я думаю, наверное, будет все по-другому. Может быть, я вас порадую еще лучше новыми работами. И что сейчас я вам объясню? Купил я, значит, недавно системный блок Windows 10 Desktop. Вот. И хочу вам наглядно показать, что из себя он представляет, как чего работает, какие параметры. Все я вам это сейчас покажу. Итак, друзья, поехали. Извините, что я долго не заходил в интернет. У меня было мероприятие. Надо было настроить все прочее. И теперь я вам воочию показываю, чем я занимался эти дни. Так что, друзья, не обижайтесь. Я делал все для того, чтобы опять начать работать. Тот первый у меня компьютер сломался. Вот. И теперь мне пришлось выложить крупную сумму, кругленькую, чтобы приобрести аппарат. Итак, поехали. Вот подходим к системному блоку. Вот так он выглядит в рабочем состоянии. Все мигает, все красочно. Вот так он мигает. Вот так переходы всяких цветов. Интересно, очень дизайн хороший. Мне нравится. В темноте даже очень прекрасно. Вот, теперь со стороны посмотрим. Вот он. Работает со стороны как? Вот. Работает очень тихо. Даже не слышно его, как работает. 4 пропеллера в нем находятся. IP. Процессор сам мощный. Видеокарта на 6 гигабайт. Оперативная память на 16 гигабайт. Вот. И память жесткого диска 1 терабайт. Вот. Память жесткого диска 1 терабайт. Это вполне хорошие такие параметры его. Гарантия, значится, ему. Мне дали гарантию за него. На 2 года гарантия.
Вот. Вот такие вещи. Теперь посмотрим, как он вообще работает. Вот я нахожусь на своем канале. Нахожусь на своем канале. Вот сейчас поглядим, как чего работает. Вот включим мою запись. Правда, звук отсутствует. Я сейчас просто погляжу. Так вот, мельком. Все. Работает. Все отлично. Все отлично работает. Вот на видео нажмем. Сейчас высунутся все видео мои. Последние мои работы. Вот. Ну. Сейчас поглядим, что тут у нас происходит. Наушники, да? Ага, наушники включены. А что нам надо включить? А нам надо включить динамики. Вот давайте включим динамики. Включим динамики. Комариный утром песк разбудил меня однажды. До рассвета хоть немного и светло. Желтый круглый лунный диск, он немного еще красный. Утро свежее довольно и тепло. Спать уже я не хотел и заснуть опять обратно. Да притом комар вовсю надоедал. В небе самолет летел, он куда летел, понятно. След полоски самолета исчезал. Поскал солнце, а утро лесу с рассвета. Небесная лазу прекрасны зимы. Мы рады в том, что наступило наше лето. А там опять пойдем по ягоды грибы. Итак, друзья, мы воочию убедились, что система работает как надо. Я звук отключил. Там у меня идет моя запись из интернета, с моего канала. Вот. Что скажу? Пожелайте мне только удачи во всем этом, в работе. А я вам пламенный привет передаю. Большой-большой. Всех я вас люблю. Всех я вас уважаю. Без исключения. Итак, до новых встреч. С вами был и с моей маленькой студии вам передавал привет Алексей Доктор Леший, ваш покорный слуга. Спасибо вам всем за внимание. Всего-всего. Пока-пока.